Библиотека совхоза имени Ленина располагается в центре поселка и занимает 2 этажа. Ее фонд насчитывает 8000 экземпляров книг по всем отраслям знаний, в том числе художественная литература для детей и взрослых. Учреждение выписывает 20 наименований периодических изданий. Около 1000 жителей пользуются услугами книгохранилища. Среди них очень много новоселов поселка. Моя жизнь сложилась так, что мне пришлось уехать из Казахстана и приехать сюда за детьми, к детям. Первый объект, с которым культурой я познакомилась, это была наша библиотека. Она меня приятно удивила добрым отношением библиотекарей, тем, что это вот в буквальном смысле очаг культуры. Обо всем можно поговорить, обо всем можно спросить. На мой взгляд, неплохой выбор книг. Библиотеку эту я знаю 4 года. Библиотекой пользуюсь не только я, но и моя дочь, которая работает тренинг-менеджером. Очень много нужно литературы ей для того, чтобы писать тренинги. Библиотека совхоза имени Ленина идет в ногу со временем, которое требует расширения рамок только книгохранилища. Людмила Герасимова – библиотекарь более чем с 30-летним стажем работы в этой сфере. Понимаем, насколько важна роль культурного заведения в жизни человека, создала информационный центр и картотеку добрых дел. Когда читатель записывается, мы интересуемся, а чем вы увлекаетесь, а что вы любите, а что вы можете вот кому-то что-то помочь. И вот таким образом у нас создалась картотека, в которой у нас есть и те, которые могут и шить, и сделать уколы, посидеть с детьми. И вот к нам даже приходили и обращались. Вот нужно было одной посидеть с ребенком час, и она куда пришла? Она пришла в библиотеку, а вы подскажите, а вот к кому обратиться? А сейчас у нас есть здесь такие в картотеке. У Марии Машоновой стаж работы в библиотеке пока еще небольшой. Сюда она пришла работать после окончания педагогического колледжа. В 2013-м стала заведующей. Молодой специалист привнесла в работу библиотеки много свежих идей по созданию проектов, охватывающих старшее поколение, молодежь, школьников и совсем маленьких. Дети уже с маленького возраста начинают понимать, что такое книга, обращение с книгой, понимают, что такое читальный зал. Для ребят школьного возраста сотрудники библиотеки проводят учебно-познавательные мероприятия. Недавно у нас прошло к Дню России. Вот у нас было хорошее мероприятие, квест для школьного лагеря. Ребята, наши помощники, переоделись разбойниками, пиратами. У нас украли российский флаг, и мы пытались найти, собирая карту. Библиотека совхоза имени Ленина участвует в различных конкурсах как района, так и Подмосковья. Имеет множество наград. В 2017-м она стала победительницей областного на лучшее сельское учреждение культуры, за что библиотеке полагается денежное поощрение. Мы рады нашей победе. Хочется приобрести какую-то технику, которой нам не хватает для работы. Ее много. Ну, хотя бы какую-то часть купить. На достигнутом сотрудники библиотеки совхоза имени Ленина останавливаться не собираются. Основной целью своей работы они считают создание максимально благоприятной атмосферы для духовного роста жителей поселка. Людмила Медведева, Данил Свидерский, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.